Недавно я узнал, что мой иск в Сургутский городской суд был отклонен по непонятным причинам. То есть я его подал, где-то числа 8-го я отправил, и в письменном, и в электронном виде через Газправосудие, письменно через почту, заказным письмом, вес письма 97 грамм. Вот оно, это отправление, 97 грамм. Иск приняли через 2 дня в производство, якобы судья некая Никитина. Но через неделю она возвращает иск. В качестве основания указано «не соблюден порядок урегулирования спора или не предъявлены документы об урегулировании». Я проконсультировался со специалистами, с юристами, они говорят, такого быть вообще не может. Там никакой досудебки не должно быть и никогда не было. Тем не менее, я написал волеизъявление, что хочу ознакомиться с материалами дела. Но сегодня на почте я получил письмо-сюрприз с какой-то картонкой внутри. Сегодня 26 февраля 2021 года. Сходил на почту и увидел, получил вот такой конверт. Он очень толстый. Я его, короче, не под видео решил вскрыть. Пришел он из Сургутского городского суда. Трек номер видно. Вес по отслеживанию 20 грамм. Внутри оказалась вот такая штука. Конверт сам, который я отправлял. То есть вот он. Вот номер отслеживания. Вес 97 грамм. А внутри оказалась вот такая штука. Значит, направляем копию определения. Это из Сургутского городского суда о том, что мой иск отклонен. Читаем, по какой причине. При отсутствии подписи истца у суда нет оснований для вывода о наличии такого волеизъявления. Согласно ТТТ, суд возвращает исковое заявление в случае, если исковое заявление не подписано. То есть, вот Никитина посчитала, что мое исковое заявление было не подписано. Вот в таком виде это все пришло. Листаем, да? Опа! Опа! А где исковое? Это приложение, акт, это опись, это свидетельство, это справка из паспортного стола, госпошлина и копия отправки в ДСВЖР. Трек номер тоже есть. То есть все сделано по закону. Читаем листы. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Плюс конверт. А судя по трек номеру, это все весит 20 грамм. При том, что когда я отправлял, у меня письмо весило 97 грамм. То есть они пишут, что я якобы исковое заявление не подписал, но при этом исковое само куда-то потерялось. Если вы думаете, что я сбрендил, то вот пришло еще одно такое письмо. То же самое они сделали. Взяли, прислали мне мой конверт с моим же волеизъявлением. Просто издеваются, я считаю. Вот как я сделал им, отправил это, ихнее это, исковое обратно, они решили то же самое сделать. Да? Вот. Трек номер, вот он, конверт сам. А внутри волеизъявление. То же самое. Вот просто возвращаю и все. Это называется «Я возвращаю ваш портрет». Что они делают? Они встречное исковое заявление возвращают. Вот оно подписано, все нормально. Роспись есть. Возвращают и все, и не рассматривают. Встречное исковое на 17 страницах они вернули. Вот это пришло через Газправосудие, они распечатали. На последней странице должна быть роспись в электронном виде. Да, вот она, вот она. То есть газ правосудия они получили. Я им еще по почте в оригинале отправил. То есть каждую страницу роспись поставил. Вот они, пожалуйста. То есть встречное исковое они посчитали, что оно подписано. Вот они его вложили. Вот тут везде росписи есть. Везде, на каждой странице. То же самое я сделал через Газправосудие. Вот тут в электронном виде на последней странице есть роспись. Вот она. Вот она.
Имя, отчество, фамилия есть, все. ГК 19 соблюден. А здесь они просто схитрили. То есть идут на крайние меры. Ни в коем случае не принимать, по любому поводу. Ну, типа он не расписался, и все. Вот она, Никитина, во всей красе. Я тоже вспомнил, что я дублировал данный иск через ГАЗ-правосудие. Вот заходим на ГАЗ-правосудие. В электронном виде иск был отправлен раньше, чем в письменном виде он пришел по почте. Вот тут вся история сохранилась. 10 числа они его зарегистрировали, 11 передали на рассмотрение, а решение об отклонении иска принято уже через 6 дней. Так вот здесь все сохранилось. Вот открываем заявление на двух листах. Открываем. Вот оно исковое. Цена иска 500 тысяч. И смотрим внимательно. Вот они все, росписи есть. Вот в таком виде. И в письменном, и в электронном виде было отправлено. То есть я вот эту бумажку отсканировал, отправил письменно, а потом следом через ГАЗ-правосудие отправил вот в таком виде. И внимательно смотрим. Вот оно, ГК. ГК-19, роспись есть. Вот она. Все на месте. А они в упор ее не видят. И при этом указывают причину одну, а определение выносят по другой причине. Смотрим протокол проверки файла заявления номер 2. Вот он, протокол проверки. 9 февраля, 17.13. Все, простая электронная подпись. По документу поставлена простая электронная подпись. СНИЛС определен, телефон определен, паспорт определен, выдан тогда-то. Ну, то есть полностью персона определена. Под документом поставлена простая электронная подпись. Тем не менее, Никитина Лейла Марселевна отправляет вот такое уведомление, а вместе с ней Прокопьева Светлана Геннадьевна идут на, ну я считаю, по моему мнению, это, блин, ну 100% служебный подлог. Она делает определение. Никитина, рассмотрев исковое заявление КОО ДСВЖР о признании незаконным действия прекращения подачи электроэнергии, об обязании восстановить электроснабжение, взыскание компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч не указала. А дальше напишет: гражданский процесс в силу принципа диспозитивности по общему правилу может возникнуть лишь в результате волеизъявления заинтересованного лица. При отсутствии подписи истца у суда нет оснований для вывода о наличии такого волеизъявления. Согласно такой-то статье, судья возвращает исковое заявление в случае, если исковое заявление не подписано. Еще раз открываем. ГАЗ правосудия в электронном виде, все зафиксировано, вот он номер отправления, передано на рассмотрение 11 февраля, все она приняла, стоит роспись, вот она, соответствует ГК 19, имя, отчество, фамилия, все присутствует, все на месте. А при этом на сайте суда намного ранее они придумали другую причину, это якобы не соблюден порядок урегулирования спора и не предоставлен документ об урегулировании. Слушайте, ну это дурдом какой-то. А именно, в заявлении отсутствует подпись, что является основанием для возвращения заявления. Исковое заявление возвратить вместе с конвертом, вместе с картонкой. Вот такая вот Никитина Лейла Марселевна. Ну, я считаю, это полнейший беспредел. Они уже не знают, как открутиться от этих исков. Они не знают, как еще защитить этот ДСВЖР. Спасти его от иска. 100% обоснованно. Вот он иск, вот все, все, роспись есть. Что им еще нужно-то? От руки все написано. Все принимают, вот Лейле Марселовне не понравилось. Фамилия есть? Есть. ГК-19 соблюден? Соблюден. Что еще надо? Ну, я считаю, это вот все признаки экстремизма в действиях Никитиной. Потому что она идет на крайние меры, лишь бы защитить, а умышленно нарушает закон. И тому доказательство именно вот эта запись сайта Сургутского городского суда. Что якобы не урегулирован. Сначала она это придумала, потом решила, что она, так может это на роспись это замахнуться, что типа он не расписался. Так а чё же вы мне сам иск-то не вернули? Почему в конверт не вложили? Еще и написали на конверте, что он 20 грамм весит. Еще и картонку вернули эту. Это же вообще, это вы что творите-то? Это же натуральные крайние меры. Вы уже умышленно идете на совершение это. Преступлений, я так считаю. А умышленно идти на крайние меры – это и есть экстремизм, по определению.